Здравствуйте. Получил чехол для наушников с Гербеста. Оказалось, что в него не только наушники влазят, а влазят могут туда деньги, наушники, флешка, пару конфет, да еще и место останется. Оказался он довольно вместительным. Я очень доволен покупкой. Давно искал, даже не задумывался, как может облегчить жизнь этот, вот эта штука. Из минусов можно отметить кривые швы, но это может быть, это не минусы, так и задумано. Довольно-таки оригинальный, водный, наверное, и непроницаемый, потому что такой материал похож на искусственную кожу. Но стоит он всего $1,5, что-то в районе этого. Очень доволен покупкой и не жалею денег.